Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Пламя от загоревшегося сухостоя подошло вплотную к рынку в Бельцах. Сухая растительность загорелась 13 марта после обеда в непосредственной близости от овощного рынка по улице Киевской. Вызов о пожаре поступил на единый номер 1640, сообщил пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Андрей Адам. Сразу же на место выехал экипаж пожарных. Огнем было охвачено порядка 100 квадратных метров сухостоя, травы и камыша, сообщает esp.md. Пламя подошло вплотную к вагончикам и киоскам на территории рынка. Однако угрозы распространения на постройку удалось избежать. Люди на рынке стали тушить огонь еще до прибытия пожарных. Вдобавок, пламя стало распространяться в другую, от рынка сторону. Пожарные ликвидировали возгорание оперативно к 17:10. За этот день, это второй случай горения сухостоя, первый был зарегистрирован по улице Доватора. Всего за текущую неделю в Бельцах Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций зафиксировал 12 случаев возгорания сухой растительности. Пожарные спасатели призывают население не поджигать растительность, поскольку огонь может распространиться на строение, а это чревато материальным ущербом и угрозой жизни и здоровью людей.